В Амурской области введен режим повышенной готовности. Оперативные группы спасателей выехали в районы, чтобы проверить готовность к последствиям тихоокеанского тайфуна. Накануне он обрушился на японский остров Окинава. Метеорологи говорят, что на Дальнем Востоке от него может пострадать Хабаровский край, а в Амурской области будут только отголоски. 29 и 30 августа синоптики обещают сильные дожди и порывы ветра до 25 метров в секунду. Около 20 спасателей будут проверять работу системы оповещения в Архаринском, Завитинском и Михайловском районах, а также осматривать пункты временного размещения людей в случае эвакуации. Следить за обстановкой на местах бригады будут 4 дня. Все наши силы и средства, они, понятно, что приведены и будут действовать, но прежде всего жители области должны предпринять все меры предосторожности в отношении себя, того места, где они работают, где живут, чтобы не пострадать. Ну и плюс руководители организаций, объектов, мы до всех крупных довели информацию, штормовое предупреждение. Между тем, тындинцы сообщают о первом снеге, выпавшем в окрестностях города. Осадки больше характерны для зимы, заметили жители столицы Бама на въезде в город вечером в субботу 25 августа. В самом городе в этот день снега не было.